рассмотрим, как в Битриксе в карточке товара установить цену. Идем, жмем контент, каталоги, продукция, жмем на продукцию. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Добавить товар». Внизу, вот здесь вот, базовая цена. Устанавливаем нужную цену. Ну, здесь мы ставим ставку НДС, учитывается или нет. Нажимаем кнопку «Сохранить». Все, цена у нас установлена.